Друзья, всем привет! Вот маринуем мясо кролика. Добавил туда лучка, соль, перец. Сейчас, наверное, в майонезе еще. Вот такие замечательные кусочки. И завтра приготовим с вами шашлык. И скажу, как получится. То есть просто вот как свинину, да, мы маринуем, что лук, соль, перец, майонез. Вот пожимка его, вот, хорошенечко. Вот такое ребрышко. Вот такой вот способ, как приготовить мощный, сочный шашлык. Вот, друзья, прошли сутки. Сейчас добавим чеснока. 3 головки где-то. И добавим яблочный уксус. Совсем чуть-чуть. Так, есть. И сейчас пойдем жарить его. Все перемешаем тщательно. Вот такой получился маринад. Офигенный. Так что готовьте вместе с нами, экспериментируйте. Smoking on some Cali and my eyes was dazed. I was smoking on some Cali. Так вот у нас, друзья, получается. Смотрите, как все шкварчит. Что он сочный, какие ребрышки. Ну вот, друзья, вот так у нас получилось. Я уже попробовал. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. И всем пока. И до новых встреч.